Всем привет, друзья! Снова я с вами, драйвер 51. Сегодня давайте курс обучения. Начальный курс обучения стрельба из танка пройдем. Ссылочка на данную игру, самолеты, танки, Вардхандер будет под видео на канале. Скачивайте, регистрируйтесь. Игра вообще обалденная, прикольная. Есть смысл скачать и поиграть. Графика, управление отличное. Приветствуем во второй части обучения танковому бою. Пожалуйста, проследуйте к точке маршрута. Тут-то точно, парни, бутлер рабочий. Как вы могли заметить, в боях против других игроков броню танка противника бывает довольно сложно. Наведите на него прицел. Данный танк повернут к вам лобовой броней. Такая броня самая крепкая, однако вы можете пробить ее в тех местах, где крестик становится зеленым. Найдите слабое место на броне танка и уничтожьте его. О, ИС-4М. Уязвимые места лобовой брони — это смотровые окна командира. Окей. Опа, что-то не пробили. Как мы видим, текущие снаряды бесполезны против такой прочной брони. Переключитесь на другой тип снарядов. Переключились на подкалиберные снаряды. Они лучше пробивают броню, но обладают меньше. Отличная работа. Проследуйте к другому капониру. Поехали. Звук тоже, конечно, ребята, обалденный. Лучше видеть цель. Выпущенный снаряд летит по параболе, а перекрестие показывает, куда направлена пушка танка. И если вы выстрелите по удаленному объекту, целясь по этому перекрестию, снаряд упадет, не пролетев нужного расстояния. Прекрасное попадание. Отлично, вы победили. Теперь вы настоящий танкист. О, как. Так что вот, ребята, проходим по курсу обучения. Вардхандер. Игру можете скачать и зарегистрироваться под ссылочкой. По ссылочке под видео на видео на канале. Ссылочка будет. Паш уже заговорился. Подписывайтесь также в группу, на канал. Всем удачи, пока.